Да, замечательно. Под аплодисменты, Леночка, попрошу тебя встать. Я тебе буду просто намекать, что ты готова делать, а ты будешь громко кричать. Готова! Готова всегда, любой ценой, быть верной, преданной женой. Готова. Готова модные вещи тебе покупать и жемчугами себя украшать. Готова. Ой, как много, да? Готова веселая быть всегда, не падать духом никогда. Готова. Готова пораньше приставать, мужу завтрак подавать. Приставайся. Готова. Готова все-таки, дорогие гости, подумавши, но готова. Готова мужа друзьям отпускать, за рыбалку футбол, готова не ругать. Готова. Замечательно. Готова сериалы пореже смотреть, с подругами на телефоне пореже висеть. Так. Подруги-то посмотрели на Леночку. Готова, Лена? Ты так на Сашу смотри, как время. Все. Готова? Да. Готова, молодец. Готова готовить вкусный обед, открыв кулинарный особый секрет. Готова. Класс. Маникюр и прическу готова делать ты, чтобы видел супруг эталон красоты. Готова. Класс, аплодисменты нашей Лене. Саша, а ты давно к этому обратил? А я сразу говорю, ну все, готов, все нормально. Аплодисменты. Ну давай ты нам сейчас быстро, громко, просто крикнешь. Готов с работы сразу домой, друзей своих обходить стороной. Да. Класс. Готов цветы ежедневно дарить, мужу заботливым, ласковым быть? Конечно. Готов утюги и розетки чинить, тяжелые сумки готов ты носить? Да. Готов жемчуга бриллианты давить и кофе в постель по утрам приносить? Ну она уже сама сказала, что готов ее. Главное, что ты крикнул готов. Готов жену не ревновать и изредка в ванной шампанским купать. Пока сегодня головой это что? Ну да, да. Ну вы поняли, что готов. Готов никогда не курить сигареты, водку и пиво сменить на конфеты? Скоро, скоро. Какая хорошая семейная жизнь, да? Скоро, скоро, все будет скоро. Готов всю зарплату жене отдавать и заплатить по расплате и ее не ругать. Уже. Подумай! Уже, уже. Уже, все уже, да, аплодисменты Саше! Давайте поднимем рюмочки, бокалы. Думаете, сладко говорить им это все было? Горько! 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 Звенят бокалы. Поздравляем! Ну и, дорогие гости, у нас сейчас будут поздравления, у нас будут конкурсы, возможно, даже танцы. Перед этим всем предлагаю нам с вами совсем немножечко размяться. Давайте сейчас каждая сторона сядет ко мне лицом друг за другом по работикам. Поворачиваемся все-все-все ко мне лицом. Тихочки ложим на плечики друг другу. Там я предлагаю Саше положить ручки на плечики Лене. Сейчас мы с вами совсем немного разомнемся и сделаем друг другу легкий массаж. Внимание! Друзья, начнем массаж. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, и колпы, запоздалы, и с последним вам вагона вдруг посыпался на ровный, пришли куры, в окне.
Вот именно Саша того Сашки и сделали. Разворачивайте все в другую сторону. Разворачивайте, разворачивайте. Итак, внимание, разминаем, разминаем. Ну что, друзья, начнем. Отдыхай, гость, расслабляйся и, конечно же, друг другу. А настроение, чтобы соседу поднять, не забудьте соседу, соседке дать.